Приверженцы Тинториум отличаются активным образом жизни. А как иначе? Ведь с продуктами Тинториум чувствуешь себя молодым и готовым к новым свершениям. Команда из 11 участников под руководством бизнес-директора Тинториум из Ижевска Владимира Рыбакова отправляется в экспедицию на Алтай. В пути им поможет сила продуктов Тинториум. В нашей компании есть замечательная традиция. Отправляясь в путешествие, обязательно брать с собой продукцию Тинториум. Ведь с продуктами Тинториум чувствуешь себя бодрым, молодым, готовым к различным свершениям, ну и, конечно же, к новым открытиям. И сегодня мы с удовольствием объявляем старт новой экспедиции Тинториум. Команда дистрибьюторов из Ижевска под руководством бизнес-директора Владимира Николаевича Чербакова инициировала экспедицию на Алтай. И сегодня с командой экспедиции в путешествие отправляется и наша волшебная продукция, подобранная специально для путешествия компанией Тинториум и Владимиром Рыбаковым. На трех этапах экспедиции: первое – это дорога до базы, второе – приезд на Алтай и первые дни на базе Талда, и третье – это выезд на озера Алтайского края. Во второй части путешествия участники экспедиции будут открывать новый секретный бокс, в котором будет набор продуктов и с поддержкой Тинториум проходить важнейшие и интереснейшие этапы своего пути. Путешественники возьмут три набора с продуктами Тинториум, чтобы на всем протяжении пути чувствовать себя здоровыми и энергичными. Все продукты специально отбирались, исходя из маршрута алтайской экспедиции, экспертами Тинториум и бизнес-директором из Ижевска Владимиром Рыбаковым. Команда проедет увлекательный путь из Ижевска до Горно-Алтайска, познакомится с замечательными местами и людьми. Я приветствую всех, кому интересна наша экспедиция. Экспедиция впервые в моей истории по маршруту Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск и побережье реки Катунь. Вот такое необыкновенное путешествие предстоит нам преодолеть. Я знаю, что это нелегко, но мы на легких путей, как говорится, не ищем. Поэтому просто так вот преодолеть, вы поняли, что без поддержки компании нам не удастся. Я поделился этой информацией с компанией, и к нашей большой радости компания поддержала нас, и не просто поддержала, а даже готова нас просто подпитать замечательным продуктом. Три волшебные коробочки с продуктом. Первый мы, видимо, откроем сейчас прямо, который называется «Набор поехали». Второй уже по приезду на место, ну, третий, когда мы уже там на живописные озера придем. Но про последующее это позже, а сейчас я предлагаю познакомиться с тем, что находится в коробочке волшебной под названием «Поехали». Ну, давайте, вскроем первую волшебную коробочку под названием «Поехали». Так. О, дорогие участники экспедиции «Тинториум», желаем вам легкой дороги и отличного путешествия, которое пройдет под знаменем «Тинториум». Счастливого пути, доброго настроения и прекрасного самочувствия. Вас ждет чудесное путешествие, а мы позаботились, чтобы с продуктами Тинториум оно было наполнено энергией и прошло без забот о здоровье. С любовью и заботой, компании Тинториум. Ура! Вот, это волшебные батончики, золотой слиток, апи-батончики. Кофе с прополисом. Завтра утром, чтобы встать в новое путешествие, думаю, это будет самый первый необходимый продукт. Все проверено. Есть уже просто группа гурманов, которым нравится именно вкус. Вот не просто кофе, а с прополисом. Так, это у нас. Так. О, сколько насыпали, спасибо. Кофе подержите. Вот, пожалуйста. Ну, следующий мне под руку попался апи-септик. Это продукт новый, который специально под пандемию создан. Можно не только руки протирать, я хочу сказать, спирт с прополисом лучшее сочетание на белом свете, по-моему. Поэтому можно лицо, руки, ноги, ну все, что хочешь, спасать от всякой заразы. Вовнутрь нельзя. Водителям нельзя, остальным я на усмотрение. Так, ну, о, апихит, апихит. Мало ли что случилось с дороги, апихит это просто очистит организм от всяких разных нежелательных токсинов, ну очень быстро и эффективно. Давайте. Спасибо.
Спасибо огромное за такую поддержку. Спасибо большое. Мы получили заряд уже положительных эмоций, что теперь до первого пункта, до ночевки, мы долетим, просто сами не заметим, как. Я правильно говорю? Участники экспедиции будут снимать фото и видео, как продукты Тинториум помогают им в пути. Смотрите истории с маршрута на каналах компании и вместе с экспедицией Тинториум покоряйте Алтай!